Влад А4 получает черпаком по голове. А что это? Да блин, да я проглочу. Жуй, жуй, жуй. Фу. И ты? Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влад А4. Квадратная, треугольная или круглая еда челлендж. Первого раунда и узнаем, какая еда нам достанется съесть за одну минуту. Просто ролики с едой. One love. Ну что, давайте начинать первый раунд. Кто первый вытянет? Бумажечку из первого раунда. Круглая. Мне будет красная. Суть этого ролика — узнать, какая еда бывает. Не получить шапалаха. Попросить вас еще раз. Кнопочка подписаться внизу, пожалуйста. $100 под подушкой. Я подписался. Изи, изи. Давай, давай, и найдешь 100 баксов под подушку. Блин, очень похоже на красную кнопку, да? Давайте вот первый раунд, первый начнет Кобяков. Ну-то, пошла. Это сырник. Конечно, это успел. А ты отвлекайся, правильно, да, разговаривай. Половина сырника, еще 3 секунды. Расскажи, как жизнь. Ща-по-ла-ха. Реально, творог. Начинает. Ну что поделать? Сейчас главное, чтобы обратно не вылетело. Звенит. О, капец. А этот раунд давай одновременно. Кат или что это? Это рахат лукум, наверное. 45 секунд. Это такая странная штука. Ты просто сравни размер своих вот этих вот штуковин. Лента тоже мало шансов. Я могу. Ну что, последнее. 5, 4, 3. А чего вы все не проживали? Чего вы во рту все держите? Надо шапалаха. Ну ты считаешь, что нужен шапалах? Да нет, мы... правило — это проглотить весь ингредиент, правильно? Получить шапалаха, но не получить прыщей. Я считаю, это заслуженный шапалах. На, держи. Ударил так, что... Сейчас и проверим, тогда я сильнее ударю. Ау. Блин, глушануло даже меня. Звонкий, звонкий такой. Я предлагаю переходить к следующему. Я вот эту. Ой, спасибо, я как раз хотел. Круглая. Квадратная. Фу, пахнет какой-то непонятной едой. Читеришь, вот ты можешь вот нормально играть вообще в игру. Я понюхал. Ну что, начинаем второй раунд. Раз, два. Кто такой? Это вонючий сыр с плесенью. Что за ужас, это невкусно. Это запеканка. Пробую откусить. Стоп. Не по запаху точно невозможно. Как у бурундука. Даешь или может вместе шапалах? Как тебе колбаска? Вкусная, только мало. Я вот отправляю. Вы готов получить за вот... Обожаю такие ролики. Кобяков, имей в виду. Я не знаю, кто это вообще ест. Ай-яй-яй. Три. Так, сейчас нужно прийти в себя. Вообще нет, не получил. Я буду копить вот эти шапалахи, буду копить. У меня цель — не получить шапалах. Ну что, я будет круглая. Ну и моя. Ребята! Квадратный роллтон. А у меня из какого-то бургера. Шоколадки, знаете такие? Нет, я не знаю. Гню. Без будь, без булки, без ничего. 5 секунд осталось. По вкусу это просто ужасно. Не нравится. Это можно относить к рыгане. Вставать не... Стой! Нет, это... Влад А4 получает черпаком по голове. Глент, подскажи, пожалуйста, где здесь нормальный... Опять выберу среднюю. Левую. Отчиняю. Раз, два, три. Очень остро. Вот ты и получил. Кусок хлеба. Но это хотя бы не противный. Орео! Сегодня лили здесь халапеньо. Ну что, засекаем. Это орео надо есть вот так. Вот ты и получил. Ну что, осталось только доживать. Я справлюсь. Пока он доживет. Пацаны! Ты что, мерч испачкал? Не может быть. Блин, тостовый хлеб обычный, он какой-то... Повезло. Кобяков, выбери, пожалуйста, мне сейчас ингредиент. На квадрате. Ну что ж, круглая. Ой, ну это изи победа. Ну я не знаю, с чем она. Это брауни? А что такое брауни? Блин, но есть одна загвоздка. Интересно, что у него внутри. Ой, там какая-то... Картошка с укропом. Ну у тебя уже 50 секунд осталось. Да не знаю, он как будто вот... Блин, Кобяков, ну я вам лучше советую доесть, пацаны. 8, 7. Стоп. Опа! Опа! Мастер по шапалахам. Сегодня вы получите самый лучший шапалах. Итак, властью данной мне поеданию еды. Давай! Власть не давал, поэтому просто...
Выпил. Кто здесь у нас? Понишь? А что это? Да блин, ты наскребал пальцем. Подожди. Ой, Влад, послушай. Ой, ну на самом деле это просто вымазался вот. Треугольник? Квадрат. Йента, понимаете? И поэтому нам стоит полагаться. О, это проблема. Я без хлеба не могу. А мотивирующим шапалахи. Представь, что шапалах это хлеб. Понял. По логике. Это нормально. Ну и колбаса вроде. Лебец. Скажем так, для ппшников... Нет. Раз, два, три. Можно хлеба. Первый шапалах за всю историю. Нет. Все инстинкты. Стараюсь прожевать и... Еще 5 секунд, давай. Один. Пока разомнусь. Да я проглочу. Жуй. Фу. Может все-таки шапалах? Ну что, самый ответственный момент. Ну ты глотай. Можешь нос закрыть, тоже лайфхак, кстати. Присется, это значит, ему очень-очень противно. Все-таки шапалах. Ну не забудь. Карзина, посчитать до 10. Проглотил. Ну, справился. Ну это героически. Ты молодец. Справился. Все справились. Просто урвал у Кобякова круг. Будем бороться. Треугольник. Бодро. Угнал у Кобякова. Давай, открывай первый. Погрейте, пожалуйста. Это особая функция, так как драник холодным есть, это, конечно, криминал. Боже, как это... И ты это дал? А, а теперь самое вкусное блюдо в этом раунде. На минуту. Скажу. А Глент вот эту свою ветчину с кожуркой съел. Последняя сушена. Опа. Получи шапалаха за драник, Влад. Его запихай. Ты же понимаешь, что за драник я жалеть тебя не буду. Как ты там делал? Не, может, взаимозачет? По рукам. Отношения. Только удар, и сразу такой вот гул в ушах. Идем дальше. Шапала. Ой, ну что? Не могу это драть. Прикольно, что мы даже не понимаем, за что мы воюем. Кудрет. Ну и у меня. Устраивайся, все нормально. Так, у меня... Изи! Ириски, квадратные ириски, смотрите. Тогда посмотрим, что у нас на треугольнике. Посмотрим, что у нас. Блин, вот эта тема вкусная. Блин, Кобяков, ты что такой везучий? Два, три. Окей, а как открыть? Блин. Это обалдеть, как вкусно, как будто мороженое. О! Ножечка с бумажкой, которая вот приклеилась. Очень сытный. Поздравляем, настоящий чемпион. Следующий раунд. А4 колесо фортуны. Бесплатное, со всеми функциями. Короче, определим, кто будет первый доставать бумажку. Везет, значит, опять круг. Хороший знак. Хочешь, помогу тебе? Не надо, мне. Смотри, у тебя треугольник. Что это? Два, три. 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 Как минимум без салата. Квадратненький сыр. Ну что? Я не хочу вообще. Ну, мне кажется, это не обычный бутерброд, а бутерброд с заправки. Портишь мне аппетит. Такая соленая фигня. Вот вообще, что было? Сушки. Ну давай, глотай, в чем проблема? Последний раунд и сейчас финал. Опа! Треугольник? Квадрат. У меня треугольник. Я последний должен сказать. Круг. Квадрат. Увидел? Очень большой. Вот такое, очень, вот, очень вот, такое, вот такое. Вот такое, вот такое. О май, луковые кольца, фу. Подписывайтесь на канал, и вам будет так же вести, как Кобяков. Слойка. Вкусная слойка. Слойка, вопрос только в начинке. Ну, это какая-то сгущенка. Шапалах? Хочу. Я не бурундук. Жареный лук самый ужасный. Я предлагаю не бить нам шапалаха друг другу. Тюнюшки. Бей и беги. Ой, ребята, страшно. Подожди, стой, я не готов. Давай оставим эту интрижку на потом. Я готов первый принять. Готов? Нет. Просто. Ох, 3 секунды выбрать, какая еда для вас самая лучшая. Напиши свой ответ в комментарии. Давайте попробуем сделать красная кнопочка подписаться внизу. Глент Кобяков. Глент Кобяков. Глент.